В Нижнекамском водохранилище обнаружено обезображенное тело мужчины. Его заметили рыбаки и сообщили в экстренные службы. Останки человека были извлечены на берег. По предварительной версии, они пробыли в воде несколько недель. При себе у погибшего были обнаружены только ключи. Лицо было сильно изуродовано. Предположительно, его объели рыбы. Это сильно затруднит установить его личность. На данный момент оно направлено на экспертизу, которая позволит установить причину смерти мужчины. Проводится иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.